Друзья, перед тем, как начнется видео, я хочу показать вам на примере, как жители одного из поселков вышли защищать свои права. И их не только не повязали, не арестовали, но и не смогли препятствовать их выходу на прямой диалог с управлением. А претензии у жителей были банальными, как всегда. Это ужасная инфраструктура, убогие жилищные условия и полное бездействие властей. Я хочу просто низкий поклон сделать настоящим российским гражданам и тем блогерам, которые освещают это мероприятие. Пусть это капля в море, но именно из таких капель, как вы знаете, рождается океан. Я не буду сейчас вдаваться в подробности этого видео, просто оставлю ссылку на ролик в описании. Ну а у нас сегодня влог из России, как вы просили, из Воронежа. Поехали! В русских опатах, так называемых. Стой. На первых этажах везде есть магазины. И это чередуется в основном пивнушка, салон красоты. Опять пивнушка, салон красоты. Опять пивнушка, салон красоты. Из чего можно сделать вывод, что мужчины в России только пьют пиво, а женщины только следят за собой. Нет, вот есть детский центр «Ёжик». Психологически. В общем, да, все понятно. Пока папа пиво пьет, мама сидит на маникюре, а с ребенком психолог работать должен. В это время опять вот видите, салон красоты, опять пивнушка. И так везде. Еще везде на улицах курят. Просто идут, курят, стоят, курят. Мама говорит, что закон ввели вроде запрещающий курить на улицах. Но этого не соблюдают даже полицейские. Все полицейские стоят и курят на дорогах. Вот, видите, подтверждение моих слов, все идут и курят. Вот, опять живое пиво и салон красоты. Сколько идем, вот вы видите уже, сколько было живого пива и студий красоты. Вот так. Вот так вот выглядят большинство крупных магазинов Воронежа. Да, гоняют здесь нехило, конечно. Мы пришли в японский ресторан. Вот. И сейчас будем пробовать местные суши. Сервис на уровне. У нас такого плана кафешки, конечно, почти самообслуживание. Никто тебе что не разливает, а тут прям как в ресторане. Или это считается ресторан? А, это ресторан. Вот, все разлили поровну, еще каждую капельку, так, чтобы девчонок не обидеть. Дали вот Ангелине порисовать раскраску, пока ожидаем заказ. В общем, сервис на уровне. Посмотрим, как будет вкус. Ну что, давайте снимайте пробу. В Японии не была, японскую еду не кушала. Но на корейскую очень похоже. Похоже. Приятно. Вот ты. Бусын матка ты. Миёкук, не? Миёкук, да, не, чё. А, ты? Кинчак миёкук, эдака, косо сыдурма. Данэм папа. Могульгане? Омма, да тугуре секче папа. Ангелина так занята, что вообще даже поесть забудет сейчас. Сыщи могубай. Могуба сахана? 우리 집 앞에 먹는 스시 이거 하고 비교하면 당연히 우리 집 앞에 집인데 그래도 맛있어. 다행이다. Мне принесли вот такое блюдо. Я заказала мясо, овощи тут какие-то. Не помню название уже я. Кула маша. Вот. Сейчас буду пробовать. Короче, я не угадала с блюдом. Очень сухое мясо без определенного какого-то вкуса вообще, абсолютно без вкуса. В общем, это блюдо не заказывайте. Заказывайте лучше вот роллы. Это муму маси? Как муму маси, не знаю. Муматки. Вкус креветки не почувствовал совершенно. Просто рис и все. Рис и васаби. Хангугу, я как Сангамдо иссосте, какомши иже сушиль могал кокодон, но это сушиль чибоа дэнде. 밥이 진짜 너무 없으니까 스시는 이만한데 밥이 너무 없으니까
밥하고 같이 하기가 힘든 거예요. 이렇게 이렇게 하기가. 그래서 그냥 밥 따로 이렇게 이렇게 먹었어요. 그래? 그리고 그 이게 스시가 밥 가운데 이만큼 있고 스시가 이만큼 있으니까 이걸 동글동글 스시로 밥을 만든 다음에 이렇게 좀 먹었어요. 맛있겠다. 누가 고민이야 우리 이와. 진짜. 밖에 보고 있어. 보고. 아에로포르테. Не добегала вот до аэропорта самого Сеула. Так я сама в шоке была, не ожидала, просто вот тут рядом с магазином такие детские площадки, всякие разные на любой вкус. Это полоса препятствий. Ну хочешь, можно. Халле, хэ, давай. Пока я ходила в туалет, Ангелина разгружила бабу Раю на паровозик. Я их оставляла здесь, на площадке, пошла пока в торговый центр, в туалет. Пришла, уже их нет, уже на паровозике катаются. Вот, а вы переживали, как будут понимать бабушка с внучкой. А что им понимать? Одна показывает пальчиком, другая только успевает платить. Девушки в России вот так вот, как ходили, так и ходят. На 20-сантиметровых каблуках, в коротеньких шортиках. Ничего не меняется. А? Чугуменатуки. Софья боится садиться в лифт. А мы вместимся сейчас? Да, 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 да. О, боже. Что тут? А, красота. Жвачками залеплена. Это лифт в ад. Выходи. Ну, мама.